Привет, меня зовут Руслана, и сегодня будут очень маленькие упаковки из магазина. Ну что ж, давайте мы начнем. Первое — это две такие упаковки малина, куриные сэндвичи. Взяла и две, потому что берешь одну, вторая в подарок, стоили по 185 рублей. Состав тут: мясо, курица 43%, треска 40%, глицерин здесь, пищевые добавки, очень хороший состав. И корм, скорее всего, новый мышиный корм, это Флатозор. У меня вот такой огромный пакет, дали за 100 рублей, потому что там очень хороший мужчин работает, я с ним дружу. Вот, и мне вот этот даст за 100 рублей. Вот, так вот, да. Всем привет, ребята, меня зовут Руслана. В это видео я еще, скорее всего, уже ставила отрывок с другими покупками из магазина маленькими. И сейчас будут такие же маленькие тоже покупки для животных. Первое — это вот такой вот туалет для шустрика, так как он ходит в туалет иногда вон туда вот, туда. Ну, вы видите, да? Вот. А подметать каждый раз неудобно. Я его буду превращать в вот такому туалету. Буду насыпать сюда наполнитель. И буду давать ему орешки, разные вкусняшки, чтобы он большую часть времени там находился и привыкал, чтобы ходить в туалет туда. Потом я купила вот такое вот лавандовое эфирное масло. Это... Сейчас. И кукурузный крахмал. Это нужно для... Сейчас скажу. Для сухого шампуня, чтобы сделать его самим. То есть, кому нужно, это берем, смешиваем крахмал кукурузный, соду, ну, обычную пищевую, и лавандовое масло чуть-чуть совсем. И у нас получится хороший сухой шампунь для собак, так как мы Мишу пойдем на тренировку завтра, я, скорее всего, выложу видео, ну, на тренировку там, где будет много собак, чтобы он был красивый и ухоженный весь. Кстати, мы скоро поведем его на выставку, прям дней через 15. Мы... Вообще, я буду его вычесывать. И еще я купила 2 по 100 грамм, в общем, пачечки корма. То есть вот здесь вот. Корм, я не помню, вот этот, по-моему, Dog Chow, а это Каплан. Я им не кормлю, я просто его использую для дрессировки. Не часто, чтобы вы не побили в комментариях. Знаю, корм это не самый лучший. Миша у меня из Грандор. Вот этот корм более-менее, ну, как бы нормальный. Но это просто для дрессировки, так как просто, мне кажется, то, что собаки надоедают. Иногда есть корм, и, ну, как бы, для за дрессировку. Вот, и иногда просто беру ему вот такие вот, как бы, другого корма даю за дрессировку, как поощрение. Ну, еще вы поняли. Вот. Если вам понравилось это видео, если так, то поставьте палец вверх, подпишись на мой канал. И всем пока-пока-пока!